А вот предстоящий 50-й Лермонтовский праздник поэзии в Пензе и на территории усадьбы Тархана в Белинском районе разделен на два дня – 2 и 3 июля. Соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко. В документе, в частности, говорится, что мероприятие необходимо организовать с учетом санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Напомню, в прошлом году торжества были переведены в онлайн-формат. Трансляцию тогда организовывали на сайте музея-заповедника. На юбилейный форум гостей решено собрать. В программе не только традиционное чтение стихов Михаила Юрьевича известными артистами, но и работа экспозиции, интерактивных площадок и улицы мастеров.